Хотелось бы понять, написано, пусть милость твоя запотеет в твоих руках, пока ты не узнаешь, кому дать, спрашивает Юлия. Хотел бы, чтобы вы знали, где это сказано. Это сказано в книге Дидахе, «Учение 12 апостолов». Это памятник христианской письменности первого века. Одна из первых книжек, написанных после Евангелия. Там есть такой совет, чтобы милость напотела в руке до тех пор, пока ты не распределишь, кому что дать. Некоторые батюшки говорят, что давайте всем, пьяницам тоже надо что-то кушать. И понятно, значит, это понятно, да. Вопрос не в том, чтобы понять, кому давать, а кому нет. А может быть, просто подавать, не задумываясь от всего сердца. Да, конечно, нужно подавать, не задумываясь от всего сердца. Я думаю, что грязный, пьяный, там какой-нибудь немытый человек в вашем лице, это некий образ того, какой являетесь, собственно, вы в глазах Господа Бога. И когда вы просите что-нибудь у Господа Бога, то Он дает вам это, невзирая на то, что вы в Его глазах ничуть не лучше бомжа в ваших глазах. То есть, думаю, это очень сопоставимые категории. Вопрос не в том, кому давать, вопрос, сколько давать. Вот, например, если есть какая-нибудь мать-одиночка с ребенком, или какой-нибудь больной человек, не имеющий попечителей, то ему, конечно, не нужно давать не 100 рублей, не 50 рублей, а ему бы хотелось бы, как бы дать какие-то серьезные деньги, какие-нибудь там, 1000, 5, 6, 10, там, где их взять. Значит, нужно собирать, копить на серьезную помощь серьезным людям. А вот всем остальным давать можно, пожалуйста, ну, по монетке, по 10 рублей, по 5 рублей, по бумажечке, по 50 рублей, ну не более. То есть вопрос здесь не кому, а сколько. То есть тем, которые просто попрошайничают. Но если совсем уж наглый какой-нибудь, так, то можете не давать, вы свободный человек. Но тем, которые вот сидят просто там, старушки какие-нибудь, там, не знаю, там, вот без ноги, например, может быть, его кто-то и использует, привозит на работу, увозит, кстати, с перекрестка этого, собирает мзду, отдает ему десятину. Может быть, но сам факт безногости, какое-нибудь увечье, он вообще понуждает давать. Ну, то есть, другое дело, когда здоровый какой-нибудь человек, там, баба какой-нибудь или мужик на своих ногах, там, с толстой рожей, ходят, как бы, и нагло выпрашивают что-то. Как бы здесь, конечно, уже не ахти, как хочется давать. Это некрасиво. А вот увечность, старость, дети на руках, там еще что-нибудь такое, это, конечно, понуждает давать. Ну, давайте чуть-чуть. Давайте что-нибудь чуть-чуть. А серьезную милостыню, вот эту запотевшую в руке, нужно откладывать, накапливать и давать тем, кто по-настоящему нуждается. В лечении, в содержании, вот. Есть же много людей, которые реально нуждаются, но они просто не ходят никуда. И мы вправе находить их и давать им серьезную помощь, накопленную и отложенную. Вот я думаю, здесь так решается вопрос. Давать всем, но давать по-разному.